Продолжается чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола Лиги ВТБ сезона 2016-2017. 20 октября Академия спорта одержала первую победу с командой Вятского государственного педагогического университета из Кирова в домашнем матче студенческой Лиги ВТБ со счетом 100-59. А 21 октября прошел второй домашний матч, где до второго периода команда Академии спорта проигрывала, а в третьем периоде сравняла счет и даже начала обыгрывать соперников. В результате победу одержала казанская команда со счетом 84-73. Вчера немного, даже сказала бы, очень хорошо пошел бросок, и поэтому мы выиграли с такой большой разницей. Это было предсказуемо, что сегодня не будет такой легкой игры, как вчера. Нужно очень хорошо видеть соперника, действия соперника, относительно их выстраивать какие-то свои действия. Игроки команды в ближайшее время посетят Москву, Киров и другие города, где сыграют со студентами разных вузов и посоревнуются за лидерство в турнирной таблице. Всего в сезоне студенческой лиги ВТБ участвуют 16 команд из разных городов России. Анна Глазунова, Андрей Бугудинов, Универ Ньюс.